В газовой столице воссоздали события времен Великой Отечественной войны. Масштабную реконструкцию боя, посвященную героическому подвигу Петра Барбашова, организаторы вместе с участниками готовили почти год. Заказывали специальную технику и оружие, шили обмундирование, и вот, наконец, пришло время выйти на передовую. Хроника сражения в объективе нашего оператора Феликса Расихина. Я сегодня играю роль главного героя Петра Парфеновича Барбашова. Это герой СССР, который помог продвижению нашей армии. Петра Парфеновича я, так сказать, вообще не знал его истории, а когда меня выбрали, я перечитал его историю, узнал, что и как произошло. Заказали одежду себе, оружие. Будем стрелять с околоченного оружия, ППШ и Мосина. Лед, снег намного лучше, чем лужи и грязь. Но все равно для войны нет погоды. Готовились очень активно, постоянно репетировали. Моя роль, обычный боец, солдат, который бежит в атаку за Родину, за Сталина. Я считаю, очень героический поступок Петра Барбашова. Он настоящий герой, он честный очень, и он поступает с чувством долга, и он готов спасти солдат своих, жертву своей жизни.